Блин, был, а вот не понял, ставлял его идти. Один. Вот, а думай. Короче, я в ноль поиграл. Ну, то есть, то, что играл, а оно то, что не играл, ясно. Да, соседка. Я сказал, что ты глупый. Ты на поясник стоит. А, на поясник вылетел. Ладно. За Арди, я понял, сколько времени забирать. Ну, перейду не скоро. Вот что, короче, сбоком, он почти сюда просрал. Сколько? 400. А можно мне? Такие деньги, но я их не буду проигрывать в казино. Да, стой. Мы с тобой ехать или надо? Не знаю, но у меня, кстати, есть скутер. Просто ты решай, куда мы поедем дальше. Составляй программу, так сказать. Я по факту, а ты сюда, я выполнил квест, вот, мне уже дали XP и 2000 рублей. А ты, я чем это тоже на какую? На 7 монет, когда я своим домом пускаю. Ага, сейчас, блок 2. Так, правый контроль. Сейчас. Джи вроде, о, вот это задание. Обучение фермерству. И там мы встретимся, да? Где? Ну, в, на ферме. А, не, я на голос поеду. Ага. А где? Это южный. Это с Гойфом. А какой ты себе? 17 тысяч. Вот это 5000 получаешь, ты можешь купить вольную жизнь себе, пацаны. Почему? Обучение фермерству, там же 2000. Нет, потом, я говорю, ну потому что можешь купить за это там. Ну, по сути, зачем? Ну да, пока дома нет смысла вообще. Не, как бы, по сути, смотри, я могу получить с обучения фермерства 1000, а потом на ферме 25 единиц урожая и получить 5000. Ведь я могу там позадрать на ферме. Я факт уже дом, 150 тысяч нам еще выпускаю. Почему? Машина, что говорим, можно без дома. Ну, низкого класса. Ну, а куда мне сходить? Средний хотя бы, как мне боевые 30 свалки. А сколько? На 180 есть. А пробег сколько? 30 тысяч там такое, типа, а там пробег не знаю, только если нос будет 70 перебор, она будет ровная появляться, пузырь, она не будет ехать. Не стоит снять на работу и будет тачка. А износ это сколько стоит? Ну, в зависимости от машины. Когда снимать тачку, нельзя снимать износ на это, не дешево, не дорого. А он 5 тысяч за один износ. Ну, я бы сказал, что это даже дорого для меня. Это там еще оплачивать надо будет. Тренировщик. Так, то не ровщик. Я тоже не очень работал. Помню, что звоните. Я форму на время попал, если у меня 200 тысяч работал. А в смысле, это за время? На время, то есть? Да, форму на время покупаешь. А нельзя навсегда? Нет, это привилегия. Обидно. Я 200 км в час сейчас на мопеде ехал. Со стрелочкой. Нормальный? Что? Чувак ехал по встречке на своем мотоцикле суперкрутом за 500 000 рублей и врезался в меня. Слишком много пилотов на работе, выпьет в очередь. Я на ферме, короче. Кикнул игрока Богдан Лепс. Перезайдите. А весом причина? Ну, может, помеха какая-нибудь. Работать на ферме можно с третьего уровня. А у тебя? МН, статистика. У меня второй. Очки опыта 3 из 6. Тогда квесты повыполняй. Так, задание. Да, ладно. Сюжет. Старый знаком. Нет, это не надо. Он не дает XP. Почему? А, да, только деньги. Внешний вид, экскурс по стилю, боевые искусства. Я, по-моему, так. Ну хорошо, давай тогда магазин одежды. GPS. Куплю форму пошива крупье. Бюджет 350 тысяч. Это тоже на время. Магазин одежды, вот. Нижегородская. А где Нижегородская область? Карта. Ой, Нижегородская область. Это в лобби. О, челу машина в рулетке выпала. Четверка. ПАЗ 21 ночь. Магазин одежды Арзамас, вот вижу. Есть поближе где-то. Опытного. Так, в Бусаево есть ресторан, закусочная, сотовый. Вот, Лыткарина магазин одежды, это поближе. Нет, скин пока что лучше не покупай, не трать деньги просто так. Так, а мне опыт нужен. А если что, экскурс по стилю, это не то. Почему? А, это задание внешний вид. По стилю это что-то другое вроде. Там что-то очки какие-то купить, да. Блок 2. Я, по сути, сейчас работаю только на XP. Потому что денег у меня много. У меня больше. Ну, у тебя больше, конечно, но у меня же еще и в банке 50 тысяч, и на руках 17. А сколько у тебя в банке 50 тысяч? Так ты ж мне давал в прошлый раз. Алло.
Так, дайте, посмотри. Не. Нажми инвентарь, у меня в банке сейчас 47 тысяч всего. А, в банке 4, я ошибся. Сейчас на руках 17. А, так я, получается, вообще без ничего хожу. И на телефоне 500. Слышь, бонус. Бонус за промокоды в размере 150 тысяч. А я как-то писал плейлист. Вот, плейлист, осталось отыграть 3.51. А, плейлист. Промокоды выдаются только во время зарплаты. Бонус — это вроде те, кто владеет бонусами. Вы получили 150 тысяч за промокоды. О, нифига прикол. А ты не один промокод ввел, что ли? Я 150 тысяч, но это за промокод SCHOOL. О, мусоровозы стоят. Помеха МЗ. Что означает эта помеха? Вот, одежда. Вход свободный. Вход свободный. Альт. Сейчас возьму какой-нибудь самый дешевый скин. Вот этот. Все, 2000 рублей и 1 XP. Кстати, мне осталось 1-2 часика отыграть. И сейчас, конечно, еще одно задание не сделать. Задание экскурс по стилю не дает. Первый автомобиль дает. Но у меня нет денег на него. Боевые искусства — это долго. Обучение фермерству можно, конечно. Старый знакомый не дает, не дает, не дает. Другое ничего не дает XP. Короче, мне еще 2 часа надо просто отыграть. Microphone muted. Бабушка, привет! Microphone activated. Обрать мне эту машину. Какую? На 260 едет ее. Не знаю. Так куда мне ехать? М? Опа, стоп. Меня только что оскорбили. Какой-то человек пишет «мать». С одной стороны, это точно ни к чему хорошему. Microphone muted. Чего? Там.
Полтора литра. Ну. С какой у меня максималка? Сейчас 111. Да, у меня 111, но она внешне крутая. Ну, опять-таки, на мопеде я разгонялся только что 200. Но, мопед ты можешь ездить только один. А тут, там я могу ехать вдвоем, а тут я могу ехать вчетвером. Флэш-кар. А тут есть что-то? А припарковать транспорт куда надо? Парк. Ну, куда я его могу припарковать? Около спауна. Так, ферма это налево. У меня около дома он припаркован. Ну, у меня нет дома. Поэтому, по сути, мне надо куда-то в другое место. Пойду делаешь-то. Ты не против, если мы сейчас на заправку доедем? Заедем. Конечно же против. Мы же так хотим остановиться. Но у меня один процент. Когда? Я не смогу. Я еле-еле сейчас доехал. Фу, доеду. Она и принули. Она 92-й, если что. Какой? 92-й. Хорошо, 92-й. Насколько заправить? На макс. А, надо ползуночек. 60. На АЗС закончилось топливо. У меня 0%. Попробуй поменьше. 1 литр хотя бы. И... 92-й. 1 литр. Подтвердить. На АЗС закончилось топливо. Ты куда? Что с машиной делать? На этой АЗС назначено топливо. Эх, еще делать? Я не знаю. А этот... Стой, механики же есть. C060. Это C090. C090? Подожди, ты куда? Я за бензином. В смысле, куда? Где ты его найдешь? А где? Не уходи далеко. Ты там на АЗС-ке. Я стою. А моя машина в баттере вот здесь. Так мы сейчас туда и поедем. Там топлива нету. Ты мне? Или голосовой? Так, на чём мы поедем, если у тебя машина? Я... Блин, тут чел на междугородний проехал, я бы мог на нём заехать спокойно. Я автомехаников вызвал. А вот он возвращается. А, это вот междугородний 100 рублей. Кирилл на завязке стоит. Я сейчас отпихну. Вот, я Кирилл получу. Бундар. А, я доеду получать. Я сейчас доеду. Угу. За 100 рублей. И потом вернусь обратно. Мне обидно, конечно. Вот, ну, если честно, обидно. Почему все не так? О, смотри, моется. Тамак. Нет топлика. У меня же голосовой лофнет. Сейчас, подожди, мэн. Все, деньги-то уже снялись, по сути. А пофиг 100 рублей. Громкость голосового чата сотка. Чё его не слышно?
Ты его слышишь? Настройки громкость голосового чата 99. Пусть будет. Подождите, механик. О. Вот, приехал. Ты ему? Все, вот теперь нет точно топлива ноль. Автомат убери. Бери. 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 Что сейчас делать-то будем? Какую царапину? Я пуец, камера. А будешь... Ну, да с одной стороны, это даже к лучшему. Ты сейчас перезайдешь. Прикалываешься, там нет царапины, я даже тебя не садил. Я ее не увидел, когда подошел. Ты перезаходишь? А, точно так. Ну так просто зайди в домик. Где? Ты давно прикалываешься? Мне реально пропало в том сайте. Нету, братан. Сколько пятнашка попало? Точно нет. Мне вот интересно, бензина. На это АЗС недостаточно бензина. Почему? Аник, это же механик приехал. Так тут нет механика. Ну, не механик, а этот, дальнобойщик, который... Вот какой-то едет. Почему механики-то не отвечают, так сказать? За сколько ты пятнашку покупал? А за 80. Мы же за 80 как купили, да? Ну, примерно. Сейчас я тебе приеду. Хорошо. Двигатель завод. Нет, двигатель-то еще был жив какое-то время.
Попробуй еще раз. Я купил топливо. Угу. Просто еще раз попробуй, смотри. Не знаю, что делать. Я иду к тебе сейчас. Угу. Я все там же и стою. Там тоже заправки не работают, я тоже заезжаю. Ни одна не работает. Парень говорит, что ни одна заправка не работает. Нет, у меня капча. У меня, кстати, не было капчи. Когда она то есть, то нет. У нее какие-то свои правила. На Ламборгини прилетит. Опять на Ламборготе, да? И Роллс. Rolls. Автомойка. Используйте клавишу H. Зачем нужна автомойка? Чтобы износ не накапливался. Это получается, зади машину, видишь, что у тебя такое пятнышко и шкала у нее. Сейчас посмотрю. А под спидометром, ну где-то вправо. Да. Там такая. Она пустая. Если она пустая, значит хорошо. Он же показывал Карпас, что там ноль. Она полностью заполнится, значит плохо будет. Ну, у меня полностью пустая. Это хорошо. Доставка топлива. Там же? Это ты по полям бежишь? Я тебя вижу. А ты сможешь заправить мою машину-то? А мы куда сейчас едем-то? На ферму? Да, все, садись. Мы на ферму сейчас или ищем заправку нормальную? А там рядом с фермой заправка будет. Поехали, я там вот. Купил. Сейчас заводится. Ключик, так сказать, вставлен. Сколько? 25 ровно. Ну, получается, канистра это 1/4. 15 литров получается. Ну вот, написано же сзади. От первого лица сижу и мы едем. А как лицо менять? А, вот, В. А как, почему у меня лицо? Как-то направо поменять можно? Направо, я знаю. А можно как-то настройки лица поменять? А, там как-то можно, я не помню. Помню, не знаю. Ой-ой-ой. Дрифт. Дрифт на 70 км в час. А. Все, я сейчас на это все. Вот ты на ферме поработаешь тогда, да? Угу. Ладно, давай я все. Физику будешь? Ну и не только. А я уже сделал. А что там делать? Там же учить только. Ну, я про то, что типа физику, химию прочитал, потом к ВПР подготовился. Ясно, ладно, давай поработай пока. User disconnected from your channel.
Короче, всем удачи и всем пока. То есть всем пока. Всем удачи и всем пока.